Ярослав Дронов, также известен как Шаман, российский певец, композитор и поэт, автор патриотических композиций «Встанем, я русский», в прошлом финалист телешоу «Голос», написал, по его словам, около 200 песен, но выпускать их не планирует. Исполнитель с тремя профильными образованиями. В 2022 году стал популярным и обсуждаемым музыкантом в Рунете и на телевидении, а также завоевал премию Music Box Gold в номинации «Золотой хит». При этом многие наверняка не знают, как выглядит его отец. Об отношениях с отцом артист практически не рассказывает. Отца зовут Юрий Дронов. Он появился в студии передачи «Малахов». Зрители увидели только интервью с ним, записанное незадолго до эфира. Отец певца рассказал только о самых ранних годах ребенка, отметив, что музыкальный талант у него начал проявляться почти с самого рождения. Чувство ритма я заметил, когда ему и года не было. Он качался на диване, и не просто качался, а в такт музыки. Ярослав всегда слушал музыку по телевизору, на магнитофоне, на моих репетициях и концертах. Так что он все время был в музыке и с музыкой. По словам Юрия Дронова, многие до сих пор не знают, что Шаман – его сын. Некоторые не знают, а когда узнают, говорят, это правда, что он твой сын. Я очень горд за него, что он востребован сейчас и собирает при этом полные залы.